Поддержку Юрия Бутусова высказались почти 3000 поклонников и коллег. Столько человек всего за 5 дней подписали петицию с просьбой пересмотреть вопрос увольнения его из театра имени Ленинсовета. С предложением, цитирую, не лишать театра и город одного из лучших режиссеров страны, они обратились к губернатору Петербурга, председателю комитета по культуре и непосредственно к директору театра. Главное требование – восстановить художественного руководителя в должности. Напомню, заявление об уходе по собственному желанию худрук написал 6 марта. И эта новость стала шоком для всего театрального сообщества. Петербуржцы активно поясняют, почему они вступили за режиссера. Некоторые признаются, что одно только его имя на афишу заставляет покупать билет. По словам других, Бутусов гениален, а гениев надо беречь. Но сам режиссер в телефонном разговоре признался, что пути назад не видит. Я сделал предложение, чтобы в театре было одно первое лицо, художественный руководитель с правом назначения директора. И было необходимо для этого еще переписать устав. На эти мои предложения я получил отказ, поэтому история закончилась. Тем не менее, артисты театра имени Ленинсовета надеются, что шансы вернуть режиссера все еще есть. По их словам, сам Бутусов в поддержке не нуждается. Он защищен своим талантом и востребованностью. Труппа написала открытое письмо. Актеры беспокоятся за свое будущее в искусстве. Также в социальных сетях зрители запустили флешмоб с хэштегом «Вернем Бутусова». Он работал в театре Ленинсовета более 20 лет. Худруком его назначили в конце прошлого года. Две трети труппы – это выращенные им ученики. От официальных комментариев председатель комитета по культуре, который лично отдал трудовую книжку мастеру, пока воздерживается. Очевидно, что Константин Сухенко встал на сторону директора театра Валерия Градковского, который провел масштабный ремонт здания.